Здрасте. Привет! Где мои? Давайте в машине оставим. А коляску берем или в машине оставим? Вот по этой дороге. А вот что идем, а нормальный герой пойдет. А уже не кстати, да? Усадьба Ниязыч. Я думаю, там что-то другое должно быть написано. Вот такая бабка-ёшка. Это тоже нужно не делать прямо здесь, по крайней мере. О, камера. Наверное, с бабкой-ёшкой сколько тебя? Привет. Андрюшка. Да. Поэтому не. Как бы надо будет обязательно заехать помолиться. Потом надо кусок льда потом отсюда. Потом оттаиваю тебя в машине. А, там мы изначально. Маленькими глоточками. Не по-нашему. Такие сосны, смотри. Слушай, не, вообще красота. Они высокие, здоровые, еще все снегу. Ты шишку нашла или ты? Варежку нашла. Что нашла? Я больше не буду. Здоровый парень, смотрю. Ты про папу? Я про папу. Это папка. Что там? Пошли к бабке, к папке. Застрял, нельзя дышать. Я? Тропа есть. Он же так же полякам сказал. Юра, осторожно, ничего. Поэтому, ребята, в начале Нового года хочется всем нам вам пожелать, чтобы у нас, у вам, нам всем было очень много хорошо, здоровья, денег и счастья. С Новым годом! Ура!